Всех приветствую, продолжаю знакомиться с притчами мира. Японская притча, она называется «Истинная экономия». Это было в эпоху Камакура. Эпоха Камакура – название периода в истории Японии, конец 12-го, середина 14 века. Один чиновник переправлялся однажды ночью через реку Намэри. И его слуга нечаянно уронил в воду 10 мон. Мон – это мелкая монета. Чиновник немедля приказал нанять людей, зажечь факелы и отыскать все деньги. Некий человек, глядя на это со стороны, заметил. Печались о 10 монах, он покупает факелы, нанимает людей. Ведь это обойдется гораздо дороже 10 мон. Услышав эти слова, чиновник сказал: «Да, некоторые думают именно так. Многие жадничают во имя экономии. Но потраченные деньги не пропадают, они продолжают ходить по свету. Другое дело 10 мон, которые утонули в реке. Если мы их сейчас не подберем, они будут навсегда потеряны для мира. Вот». Вот что называется истинной экономией. Вот такая японская притча, она называется «Истинная экономия». Пока-пока, до свидания.